Добрый день! Мы с вами на канале «Стройгарант Анапа». Меня зовут Анастасия. И мы находимся в жилищном комплексе «Встречный», который расположен в поселке Стрелка Темрюкского района. Ну что же, вот зима пришла и к нам на Кубань, и мы посмотрим, как наши дома выглядят в снежном убранстве. Это тихое, спокойное место. Даже в такую заснеженную погоду в наших домах всегда тепло и уютно. Утепленная крыша в 4 слоя минеральной ваты, качественная металлочерепица не пропустят холод в ваш дом. Стрелка – это современный поселок, в котором созданы все условия для комфортной жизни. Инфраструктура Стрелки представляет собой типичный образец благоустроенного поселка. Есть здание администрации, работают школа, 2 детских сада, дом культуры, отделение почты, больница, аптека, отделение банка. Из торговых объектов функционируют магазины, супермаркет, Магнит и Пятерочка. В центре разбит чистый и уютный парк. Дороги здесь хорошие, и большинство улиц ближе к центру асфальтировано, что тоже не совсем характерно для небольшого поселка. Также летом в Стрелке проходит знаменитый фестиваль «Арбузный рай», ведь темрюкские земли богаты калием и славятся щедрыми урожаями, особенно хорошо растут здесь бахчевые культуры. Из этого небольшого поселка запросто можно попасть на море. Расстояние до Азовского моря всего 15 километров, до Черного моря 30 километров, 35 километров город Анапа. Крым находится в 60 километрах. Добраться можно как на личном, так и на общественном транспорте. А в 50 километрах от него раскинулось побережье Азовского моря со знаменитым туристическим местечком Атаманью. А тем, кто купанию в морских водах и лицезрению стилизованных казачьих хаток предпочитает рыбалку, и уезжать никуда не надо. Стрелка примыкает к Старотитровскому лиману, широко известному в кругах любителей рыбной ловли. В этом живописном и удобном для проживания месте компания «Стройгарант Анапа» строит красивые и уютные коттеджи в едином архитектурном стиле с соблюдением строительных норм по конкурентоспособным ценам. В продаже дома под ключ с участками площадью не менее 5 соток. Дома большие, в которых хватит места семьям с детьми. Так что мы настоятельно рекомендуем присмотреться к этому местечку. В жилом комплексе «Встречный» планируется построить 90 коттеджей. Коммуникации, электричество 15 кВт, индивидуальный септик и центральное водоснабжение. Проекты коттеджей от 50 до 130 квадратных метров. Стоимость дома без участка от 3 167 000 рублей. Коттеджи подходят под условия ипотеки, и мы можем предоставить рассрочку на 6 месяцев от компании. Точную информацию и стоимость вы можете узнать по номеру телефона, который вы видите на экране. На сегодня это все. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мы обязательно на них ответим. Жить на юге проще, чем кажется, вместе с компанией «Стройгарант Анапа».